Город машин. Древняя столица, средоточие власти. В конце последней войны великие зодчие возвели здесь гигантскую тюрьму и заключили в ней королеву скритов. Окруженная мощнейшим энергетическим коконом, королева не могла никому причинить вреда. Но Базальт, ослепленный жаждой мщения, решил воспользоваться этой энергией для увеличения собственного могущества. Пока бродяги бились со скритами, Базальт пробрался в город машин и стал вынашивать там свои черные планы. Пока колосс орды скритов сдерживает, мы Базальта атаковать должны. Сила его растет с каждым часом, и промедление смерти подобно. Базальт не ожидает нападения. Но мы с Гильданом бессильны, пока в город машин поступает энергия. Найди детонаторы и уничтожь энергетические башни. Я дам тебе первый детонатор. Остальные где-то на островах. И хватит разговоров уже. Пора спасать мир. Всем привет. Третья миссия с конца. Project Nomads. Мы уже почти близки к финалу. После этой миссии будет еще две и конец. Конец игры. Значит, что нам надо делать? Я придумал, что нам надо делать. Впереди огромный город машин. Огромный город машин. Вот, и первым делом нужно уничтожить все орудия и гнезда, которые там находятся. Потому что они представляют для нас... Они не дадут нам спокойно работать. Там очень много артефактов и так далее. Все это дело должно быть уничтожено. Так, эта пушечка легкая, она легко уничтожается. А вот эту пушечку... Вот эту пушечку ядерным взрывом. Не понял, уничтожилась она или нет. Не очень мне это понятно. Вроде бы должна как. По очереди, то торпедой, то самолетой будем выносить все, что можно. Сейчас вынесем вот эту пушечку. Хотя, кстати, эту пушечку можно взять под контроль. Она вроде бы не атакует, она вроде добренькая. Да, эта пушка на нашей стороне. А ту пушку мы вынесли таки, да. Сейчас будем... Нет, мы так не протараним. Тут надо в гнездо врезаться, да. Все, уничтожили гнездо. Отсюда мы навряд ли куда-то чего-то дострелим. Следующий самолет, следующее гнездо. И теперь сейчас будем минут 10-15 вот так вот летать. Выносить всю вот эту вот гадость. Пожалуйста. Следующая торпеда готова. Следующая торпеда пошла. Гнезда выносятся самолетиком, спокойно, тараном. Но тут есть очень крепкие пушки, для которых нужна именно торпеда. Поэтому ищем цель. Подстать торпеде. Торпеда — это сверхмощное оружие. Причем, чтобы она дошла до цели, надо маневрировать усиленно. Вот типа такого маневра. Вот очень мощное орудие. Орудие уничтожено. Однозначно уничтожено. Снова самолет. Снова гнездо. Нет гнезда. Двух гнезд уже нет. Теперь, я думаю, надо заняться пушечками. Вот этими. Они, в принципе, довольно легко уничтожаются. Не те мощные орудия, на которые нужны торпеды.
сгодятся и обычные тараны самолета. Вот у нас созрела торпеда. Для торпеды нужно искать хорошую цель. Я, кажется, знаю, где она. Вот она впереди по курсу. Ждет и дождется, когда мы ее протараним. Сейчас она начнет по нам пальбу, и нам главное долететь до нее. Целости и сохран. Кстати, та пушка-то стоит. Охренеть. На каждую пушку аж по две торпеды, что ли, надо? Жесть. Просто жесть. Так, давайте попробуем с самолета их добить. Самолета-то получится добить, нет? Охренеть. Вот, и они все равно стоят. Все равно стоят. Ладно, тогда сейчас продолжим самолетиком просто уничтожать легкие орудия. Вот эти вот. Ух ты, торпеда уже созрела. Ну что, получается, по две торпеды надо найти мортиры. Очень крепкие, зараза. Очень. Не понял. И она все равно как будто стоит. Возможно, это баг, я не знаю. Сейчас проверим с воздуха. Осмотрим самолетом еще раз. Сдохла она или нет. Если она стоит, значит, это точно баг. Нет, уничтожили. Значит, по две торпеды, получается, нужно. По две торпеды на этих... эти мортиры. Ну, это по таранам самолета. Легко выносится. По моим прикидкам, вот это самый безопасный, эффективный вариант прохождения миссии. Есть, конечно, другие варианты. В игромании пишут, что там надо скакать по острову, летать, уворачиваться от выстрелов. Поверьте мне, это слишком геморройно и слишком сложно. Проще вот так вот. Безопасной дистанции все это разбомбить. Еще одна торпеда созрела. Еще одна пушечка улетела на тот свет. Вон она. Сейчас я с самолета проконтролирую уничтожение того орудия. Да, орудия нет. Я думаю, что половину врагов мы уже вынесли таким образом. Здесь чисто. Тут видите, сколько артефактов. Нам потом придется много времени потратить, собрать все эти артефакты. Кстати, вот это тоже, по-моему, очень крепкие орудия. Нет, это орудия не такие крепкие. Их можно спокойно таранить. Да, они уничтожаются элементарно. Так, тут желательно найти цель, подстать вот этой торпеде. Эти орудия не особо-то опасны. О, вот эту цель надо было с торпеды вынести.
при прошлом прохождении она мне очень много нервов потеряла. Оно там запрятано очень эффективно. Продолжаем таранить. Кстати, можно попробовать не таранить, а просто тупо вынести с самолета все вот эти орудия. Может быть, так поступить? Да нет, больно уж. Хотя почему геморройно? Давайте-ка, действительно, нормально, нормально. Два захода, пушки нет. Вполне нормально. Два захода на пушку. Сукин сын. Хочет умирать. Так, здесь вынесли все вроде бы. Тут я ничего не вижу. Кажись, мы славно поработали. Хотя я вижу вот там пушку, но по-моему, если мне память не изменяет, она нас не атакует, она безобидная. Наоборот, она на... Ой-ой-ой. Она, по-моему, на нашей была стороне. Так, хрен с ним, все. Теперь, значит, теперь подбираем... Подбираем топливо для ранца. А топливо, кстати, проще подобрать опять же с самолета, чем скакать по этим островам. Так, летим за этим. Вот он, вот этот ранец. Немного перелетели. Подобрали. Теперь мы можем спокойненько, как птица. Кстати, давайте лишние артефакты выгрузим. Лишние артефакты. У нас места нету, чтобы собирать артефакты. Значит, что мы выкладываем? Пресс. Выкладываем, в принципе, практически все. Пресс, энергоблок, пушку. Оставляем только детонатор. Он энергоблок здесь называется почему-то. Так, тут мы выкладываем оружейную башню. Вот. И летим. Летим творить свои темные дела. Уничтожить вот эти вот башни можно только взорвав ихние энергоблоки с помощью... Я не понял, что случилось. Это насекомые, да, палят по мне? Это по мне работают насекомые? Так, не хватало мне только, чтобы... Ну, от этих насекомых, я думаю, наш остров отобьется самостоятельно, без нашего участия. Вот, сейчас закладываем энергоблок, детонатор вот сюда вот. И драпаем быстро, потому что если мы не успеем отойти, то мы сами подорвемся. Вот, отходим. Так, вот он взорвался. Подбираем, что там лежит. А лежит там, в принципе, заклинание боевое. Да и все. И здоровье. Так, там наш остров отбился благополучно, да? Благополучно совершенно отбился. Значит, первая башня уничтожена. Кстати, насекомые продолжают атаковать. Я вот думаю, может мне вернуться. Вернуться на... Что происходит? Меня долбят? Меня потихонечку долбят. Давайте вернемся сейчас на остров. По-быстрому я отремонтирую башни. Греха подальше. Причем летят-то они быстрее, чем лечу я. Я починю пушки на всякий случай и мы продолжим выполнение нашего основного задания.
Так, чиним орудие. Все, и возвращаемся в город машин, так называемый. Сейчас будем уничтожать башни по часовой стрелке. При этом, естественно, не забывая собирать все артефакты, коих на этом острове очень много. Топливо в ранце бесконечное. Можно не экономить. Кстати, следующий энергоблок вон там лежит. Его нужно подобрать. Вон он, красненький. Именно с помощью энергоблоков подрываются эти башни. Вот он. Подобрали. И теперь мы можем устраивать следующую диверсию, взрывать следующую башню. Кстати, вот там я тоже вижу какой-то артефакт, который я упустил первый раз. А, нет, это боевые заклинания. Это здоровье, всего лишь здоровье. Здоровье у меня пока все в порядке. Откуда лупят? Черт подери, мы... Ах ты, сукин сын. Там мы забыли про пушку. Мы забыли пушечку. И мне сейчас придется снова возвращаться на свой остров, чтобы эту пушечку с помощью торпеды вывести из строя. Они меня пытаются убить. Так, давайте запрыгнем, если получится. Но пока не получается. Получилось. Здесь мы подбираем еще один детонатор. Боевое заклинание. Вот боевое заклинание, оно нахрен мне не сдалось. Выбрасываем его. Сейчас наберем артефактов в полные карманы и вернемся на остров. Нам один хрен туда возвращаться, чтобы их просто выгрузить даже. Так, еще одну лечилку. Не повредит. Добрали. Там что у нас? Там у нас пушка. Пушечка одноразовая. Первого уровня, к сожалению. Ну, сгодится. У нас есть пресс, мы объединим, сделаем что-то более бодрое. Тут все чисто, мы хорошо поработали торпедами. Динамит. Динамит мне не нужен. Так, взрываем следующую башню. О, тут мы видим еще одну пушечку. Вот здесь сейчас нужно очень осторожно успеть выбраться после того, как мы заминируем. Вот мы заминировали и быстро драпаем отсюда. Ушли, ушли. Смотрим, может какой-то артефакт остался, хотя навряд ли. Навряд ли. Нет, тут нет артефакта, я помню, по прошлому прохождению. Всматриваем полочки, продолжаем. В поисках артефактов. Так, вот я вижу. Я вижу целый склад. Еще я вижу, что по мне жестко работают. Еще один генератор. Энергоблок. Необходимые для подрыва. Так. У меня есть в кармане место для еще одного энергоблока. Давайте доберемся до следующей башенки. И тоже ее... Ух ты. Меня летят встречать. Возможно, что... Нет, они летят не ко мне. Они летят в сторону моего острова. Переживем. Я думаю, что мои пушечки справятся. Справятся же? Если нет, это будет провал. Провал всей миссии. Давайте я на всякий случай даже сохранюсь. Да, они добрались до моего острова. Такое ощущение, что я не вижу пушек там. Хоть ты тресни, но я как будто бы не вижу пушек. Давайте попробуем переключиться, проверить, что все ли там нормально. Не дай бог, вынесли одноразовую. Так, пушки целые и здоровы, замечательно. Подобрали авиаангар. Минируем эту башню. Так, драпаем. В
взорвали очередную башню. Смотрим, осталось ли что полезное. Полезного ничего. И в принципе все. Все башни, получается, мы уничтожили. А, вот еще одна башенка. Давайте тоже вынесем. Подождите, а где взрывать-то? Я не вижу здесь генератора. Где-то должен быть. Я не понимаю, где я должен взорвать. Походу, я все башни взорвал, да? Здесь никакого генератора нет. Давайте сберемся повыше, убедимся, что тут все чисто. Да, 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 здесь все чисто. Нам в таком случае надо только собрать осталось все артефакты, скомбинировать их и после этого только завершать миссию. А, и вот эту пушку надо выкинуть. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Это был мощный прилет. Я не знаю, надо как-то обойти, может быть, с другой стороны зайти. Давайте облетим с другой стороны, потому что, не дай бог, сейчас завалят. Будет провал миссии. Сейчас мы все наши артефакты. Аккуратненько. Все наши... Все, улетели. Мы все артефакты сейчас спрессуем. И так далее. Отскладируем. Подготовимся к следующей миссии. Мортиру сзади моста нам, сзади острова нам придется снести. У нас есть еще одна мортира красная, поэтому, если что, поставим. Тут торпеду, я думаю, давайте ядерную применим против той пушки, которая по нам лупила. Вот она. Но для нее надо две торпеды, как я понимаю. Так, давайте пока самолетом я тогда воспользуюсь. А, нет, той пушки уже нету. Пушечка прекратила свое существование. У меня такое ощущение, что мы собрали мало артефактов, что их должно было быть больше. Тут динамит... Ай, блядь, разбился. Тут динамит, он мне не нужен. Так, сносим. Сносим вот эту вот... завод по производству торпед. Снесли. На место этого завода мы сейчас поставим пушку второго уровня. Синюю, что важно. То есть она не будет уничтожаться. При уничтожении будет оставаться артефакт. Освободили слот. Дальше. Дальше мы сносим вот эту вот мортиру. Придется. Хоть она и одноразовая, но придется ее снести. Здесь мы ставим пока что пресс артефактов. А, пресса у нас с собой сейчас нет. Летим к сейфу. А где пресс? Пресс вот тут, что ли? Так, давайте лишнее уберем в сейф. Энергоблок это нужен. Ангар вот этот уберем в сейф. Все, больше мы в сейф ничего брать не можем. Динамит давайте выложим, он мне навряд ли понадобится. Так, освободились от динамита. И что мы видим? У нас пресс есть? У нас есть, слава богу, пресс. Ставим пресс. Так, что мы можем объединить? У нас есть пушка первого уровня. Второй ангар, кстати, давайте тоже поставим вот здесь вот. Поставили второй ангар.
Вот пушка первого уровня. Да, ребят, мы где-то на островах не подобрали пушку второго уровня. Я точно знаю, что она там должна быть. Но... Я точно знаю, что она там должна быть. Да. Значит, летим на остров опять. Обыскивать более тщательно этот остров, потому что там где-то да, артефакт пушки, красный артефакт пушки второго уровня, это 100%. Где-то что-то мы упустили. А, ну там два ящика есть, которые можно расстрелять, возможно, в одном из них. Блин, у нас места нету, чтобы эту пушку-то подобрать, возвращаемся. У нас полный пояс артефактов. Время теряем, обидно. Теряем время. Так, что мы выложим? Пускай будет бункер. Энергоблок, бункер выкладываем. Да что ты, подобрал динамит зато теперь. Избавляемся от него. Летим на остров. А все-таки нет, вот ту башню, как я понимаю, надо таки взорвать. Почему-то. Я не нахожу, что взрывать вот в той башне. Хрен его знает, разберемся. Так, здесь ничего. Вот где-то там, вот возле ящиков наверняка. Внутри ящиков, вернее, находится та пушечка. Я ящиков не вижу. А, вот они. Вот она, вот эта пушечка, слава богу. Нашли. Пушка второго уровня. Так, здесь нам нужно боевое заклинание. Нет, в ящиках пусто, к сожалению, в ящиках пусто. Все, возвращаемся опять на базу. Я сейчас придется мне, видимо, скомпоновать пушку третьего уровня. Красную, причем с синим артефактом, потому что по-другому я третьеуровневую пушку не сделаю. А хотя почему? А пока обойдемся, не буду я пока ставить. Не буду создать, или буду, буду, не буду, я не знаю, у меня места просто нету. Уже негде хранить артефакты. Придется что-то выбросить. Придется выбросить энергоблок первого уровня и придется выбросить бункер. Вот что, наверное, мы сделаем. Потому что чем бункер, лучше просто поставить второй ветряк. Значит, прессовать мы сейчас ничего не сможем. Боевое заклинание выбрасываем. Бункер я выкину, тоже не буду подбирать. Пресс. Пресс мы убираем. Так, пресс убрали. Тут мы ставим ветряк еще один, второго уровня. Третьего у нас пока нету. Так, эти артефакты мне не нужны. И что мы имеем? У нас есть... Нам не хватает немного, чтобы... Так что пока вот так вот, да.
Спереди три автоматических орудия. Убираем все лишнее. Так, пресс. Пресс туда. И все, больше мы ничего пока убрать не можем. Сейчас мы освободим еще один слот. Все, заканчиваем эту миссию. Сейчас взрываем последний генератор и миссия пройдена. То есть, по итогам этой миссии мы что? За место мортиры сзади я поставил еще один энергогенератор второго уровня, ветряк. Вот, а спереди я поставил за место ангара по производству торпед, поставил третью автоматическую пушку, восстанавливаемую, правда, второго уровня. И мы поставили второй ангар для истребителей. Ну, за место второго ангара для истребителей мы можем поставить и ангар для бомбардировщика, допустим. Ничего страшного. Вот, взрываем здесь, и миссия пройдена, как я понимаю. Ух ты! Ух ты! По мне работают. Так, заложили взрывчатку, уходим, уходим. Пушка работает по нам. Я взорвал, а миссия-то не заканчивается. Значит, нужно что-то еще. Кроме вот этой пушки вот посередине. Ой, башни. А, вот это по нам работает, да? А у нас динамита-то и... Динамита-то и нет. Чтобы ее взорвать. А, кстати, вот динамит. Давайте уничтожим на всякий случай. Чтобы не было раздражителя. Вот она. Сейчас быстро закладываем взрывчатку и драпаем. Все, избавились от этой пушки. Так все-таки, значит, мне надо взорвать вот ту башню. Получается так. Где там генератор? Вот в чем вопрос. Не помню, хоть ты тресни. Проходил этот уровень сегодня утром, но я не помню, как уничтожить вот эту пушку. Тут нигде генератора нету. Там уже все, что можно, взорвано. Вот меня хотят, я не знаю. Торпедой, что ли, протаранить эту башню надо? Не понял. Торпеды у меня уже нету. Блядь. Попробуем детонатор заложить, но это не поможет наверняка. О, помогло, помогло. Все, прошли. Глупцы, неужели вы одолеть меня решили? Неуязвим я нынче. Столько энергии впитал, что стал сильнее, чем... Что это? Что стряслось? Королева? Она на свободе. Ай, она... Она высасывает энергию!
Нет! Ура! Гнусный старик больше не отравляет воздух. Это победа! А это что там такое? Машинное отделение! Полный назад!